Тело девушки, погибшей в страшном ДТП на Куйбышево, опознала мать. На заднем сиденье «Шевроле Круз» сгорела Александра Сычугова. Девушке было всего 22 года. Руководитель следственного отдела Октябрьского района озвучил новые данные по аварии. Так уже известно, что девушка сама села в машину. За рулем был 40-летний сотрудник полиции, для которого сегодня изберут меру пресечения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Напомню, ЧП произошло в минувшие выходные. Машина полицейского вылетела на встречку, врезалась в «Мерседес» и загорелась в огне. Погибла девушка-пассажир. По предварительной информации, водитель был пьян. Проводится судебно-медицинская экспертиза трупа потерпевшей молодой женщины. Назначены медицинские экспертизы в отношении всех участников дорожно-транспортного происшествия. Установлены очевидцы происшествия. Они в настоящий момент допрошены. Сейчас проводятся следственные действия с виновником дорожно-транспортного происшествия.